Ребята, вы на канале Лайк Ева Плюс. А помните, я писала письмо Деду Морозу, чтобы он мне подарил куколку? Он мне привез куколку, только я не могу ее показать. Она спит. А еще у меня были другие подарочки. Сейчас я вам покажу. В оригинале. Приносит радость богато. Говорит за благодать. Це весело святкує. З нетерпінням всі чекають. Юху! Клас! Так. Это я смотрю, яка детского сада. Так, а ты письмо писала Деду Морозу? Не да. Помню. Да. А что ты просила у меня? Можно? Какую? Красивую? Ну да. А на тренировку что ты просила? А на тренировку что просила? На тренировке ходишь? Ну, я хожу на тэквондо, хочу большую лапу. Ага, лапу. Таргетку. А ну давай посмотрим. Мама, не это, не подсказывай. Не, ну я ж помню, что она просила таргетку. Бедные мальчики на районе. Это же таргетка! Ура! Юху! Так ты просила? А ну давай я подержу, а ты мне покажешь, как ты умеешь делать. А ну давай. Вот так держать, вот так. Ярослав, отойди. Отойди. Подожди, потом. Ну, выше, вот так. Вот так. Ярослав, отойди. Ого! А можно я тоже попробую? Ярик, отойди. Ярик, отходи. Ого! Класс! А смотри, ты только когда убеешь. Аккуратно Еву не стукни. Круто! Они ты твои дети. Все, держи, это твое. Держи. Не-не-не, мы отдаем. Папа тебе подержит. Ярик. Сейчас я вам покажу чудесные ролики. Вот, смотрите. Мне их подарил мой старший брат или младший. Ролики. Это ролики. На них я буду кататься весной и летом. Ну и подарки, правда? А вот и конфетный букет. Сейчас я достану какую-то палочку и вам покажу, какая конфетка. А посмотрите, какая конфетка. А сегодня уже новый праздник, Рождество наступило. В жизни вера и любовь будут пусть основой. Поздравляю от души с Рождеством Христовым. А помните, я вам говорила показать мой Харьков? Вот, смотрите.